Это Ванкувер. Что у нас сегодня за день? Суббота, 13 мая, 23 год. Это начало пляжа в Ванкувере. Вот некоторые люди купаются. С напитками даже. Вот столько людей. So many people. Погода плюс 30 сегодня. Обещают плюс 36. Вода такая грязная, ну как, грязновато, водоросли. И здесь еще. Вот еще здесь люди. Парке много кто загорает. Вот даже на меня смотрят, что я снимаю. Все белые могут загореть сегодня легко. Ну, вода, я думаю, еще пока рано купаться, она холодноватая будет вода. Кто-то вот змея запускает. О, люди запускают. Корабли стоят. Грузовые какие-то. Огромные корабли-баржи. Вот там вот еще один пляж есть. Вот там вот вдалеке. Там тоже людей много. Некоторые вот на своих яхтах люди купаются, катаются, плавают. Да, людей многовато, конечно, тысячами, просто тысячами. Здесь вот там вот еще кафешка какая-то, там тоже люди. Везде люди. Суббота, все отдыхают. На пляже. Как играют в волейбол. Все приходят с такими холодильниками и берут с собой много воды, потому что очень жарко. Волейбол играют, песок поднимается. И здесь волейбол тоже играют. О, а с этой стороны уже баскетбол. Жарко, жарко сейчас двигаться. О, сейчас, о, забил. Здесь так жарко, а вот там вот далеко, вдалеке горы прям ледяные. О, это мы прошлись. И чуть дальше. Метров 500 от пляжа. Здесь вот немного другой пляж. Здесь хоть людей поменьше есть где. И собаками много кто гуляет. А вот там напротив тоже очень густо. Тоже и на траве валяются люди, и по пляжу много. Идешь, и коноплю везде так. Именно штын такой идет, конопляный. Горы таких, верхушки ледяные. Здесь вдалеке тоже ледяные горы. Это Maritime Vancouver. Собираемся туда пойти.